И поехали смотреть, как Дэн нас будет наджибать старых сильверов. Так, ну, судя по всему, Раш Б, сука, блядь, тактик. Так, ну, встречать там будет один КТшник. Отлично, Shift вовремя. Так. И это, пострелялись, поменяли обоймы, когда там выстрелили 2-3 патрона. Ну, а Дэн выходит как бы первым. Ну, я не знаю, это, короче, выход, конечно, просто жесть. Выход инвалидов, я бы сказал. Снова под Б. То есть, причем Дэн не просто под Б ходит, там, Вандер, сейчас ходит. Он идет тупо в Б-хаус. То есть, не пытается как-то своей командой играть. По итогу он играет, его команда начинает играть в какой-то момент просто 4-5. Потому что Дэн там что-то под Б пытается сделать, но... Так, выиграл первую перестрелку. Просто его команда, просто она в четвером не может даже выйти на АП. Ну, а Дэн, окей, он выходит в соло на Б, но... Пачка-то вот. Так, ну посмотрим сейчас за этим типом. Российским флагом. Сейчас в его руках судьба этого раунда. Так, первого он убил, второго. Второго убил. Ну окей, сейчас тип выиграл этот раунд. Хотя нет, подождите. Там дебилоид с маг-10 зарунил раунд. Вот это, вот пока он кидает флешку, он просирает в тайминге где-то секунды 2. То есть он может раньше выходить сюда. Неплохо он брал, типа. Ну, второй его убивает. Ну, тут тиммейт разменивает, который с пачкой и при этом не хочет выходить на Б. Что тут, блин? Не знаю, при просмотре мне игру Сивер все время, блин, появляется ненависть к людям. Этих рангах, потому что так тупить я не знаю, как можно. Но сейчас раунд для КТшника зависит от этого КТшника, который очень так вовремя подошел под Б. Так. Оп, ну все. Open done. Но прикол в том, что те разобились на шорте, и, кстати, это поможет им, по сути, взять какой-то степени раунд. Ну, кроме того, что, правда, пачка стоит ни хрена не под шорт, но... Ну, пачка дефается. Больше заметил. Как бы, если вы вдвоем играете в шорт, то, блин, заплатите туда под шорт. Ну, окей, ситуация... Говно из жопы. 2 в 3, пачка выбита. На КТ. На КТ, Карл. Дэн стоит, ждет. Кстати, там, типа, при этом поджимает бы хаос. Я не понимаю, как раунд делает. Да, блин! О! Ебать тайминг! Серьезно? Только тип вот проходит примерно сюда, у него появляется, то есть уже дуло торчит, и Дэн в этот момент отворачивается, и три тайминги, конечно. 10 подряд раундов отдали, там типа вообще никак не играют, как бы, ну, бот за терф это еще хорошо, но за КТ это будет полная жопа, ну, как бы ГГ. И начинаю смотреть настоящий, просто pure experience from silver to ranks. Сорян за флешку, знаю, осознал, мне написал Дэн. То есть, ну, как бы, у нас же задержка идет в раунде. Посмотрим, что сейчас он за флешечку-то исполнит нам. Дэн таки заспойлерил. Ладно, то, что он заспойлерил, у меня меньше сгорит жопа, если она была крайне хуёвой. Блядь, серьёзно, Дэн. Какая в пизу флешка, блядь. Осознал. Тут вопрос, а раньше нельзя было понять, что это будет хуёвой затеей? Ну как бы, никогда не надо достать гранаты в такие моменты, когда ты находишься в плюс-минус в контакте с каким-то врагом. О, ну вообще, блин. А два Биба и Боба такие. Пфф. Пачка, какая пачка, зачем? А, ну хотя сейчас чел... Не, вот этот КТшник слушает. А этот, кстати, тоже. Ладно. Ну, сейчас чел правильно сыграл, он типа видел, оп. Тип не дефьюзит. Встал за задний плент и все. Стоишь, ждешь. Фаст выход на, типа.
блядь. Этот спрей, конечно. Пиздец. Стрелял в одного, блядь. Ёбнул того типа, которого до этого стрелял, блядь. Прям в голову. Что-то контрольный, так сказать, блядь. Тип с паласов вроде бы ушел. Зачем? Ну вот, я объяснял, зачем ты стреляешь, когда ты не уверен, что убьешь. То есть, ну, ты видишь, что тип уже под головой, он все, он сейчас уйдет, даже если ты начнешь по нему стрелять и попадать, он уйдет за голову, и ты ему ставишь там хп 40, да, но не убьешь же. Не проще ли было просто, ага, увидел, все, на шифте идешь, хрена сейчас спину будет сразу. Потому что по тебе инфы-то нету. А тем, что ты вот так начинаешь стрелять заранее, ты как бы... Как пытаюсь убить. Ты палишься, и по итогу уже не один чел на тебя смотрит, а два. Да. Блять! У меня срака горит! Камон, чел, я тебе сколько раз говорю, тренируй зажим, блять! Ну сколько, мать его, раз, блять! И что я вижу? 12 серия, я говорю про зажим в первых сериях. Вот тебе карта, тренирую спрей, как нужно спреить правильно с калаша. Блять, 12 серия, чел не умеет спреить до сих пор с калаша. То есть, ну, научиться спреить с оружия очень легко. Ты заходишь на карту, смотришь, как оно спреит. Точнее, куда нужно, блин, тянуть прицел. Все, профит. Смотришь и тренируешь, отрабатываешь. Автоматически. Ну... Пока что все идет хорошо. Как бы, не знаю, катка выигрышная, точнее, проигранная в салат и выигрышная, по сути, в салат. Так, ну опять оппонентов нету там. Что я увидел, ладно. Этот раунд будет интересно, ребят, поверьте. Это будет интересно. Так. 5-2, уже 4-2. Плюс терв зажимают уже со спины. Дэн что-то куда-то лезет, непонятно куда. У него тип запушил бы апартаменты и как бы никого. Оп, так. Минус 2 тиммейта. 2 в 2 уже. Трестинг. Есть в апартаментах и в яме. И во все. 5 тиммейт, сейчас апартамент, наверное, жахнет. Ну да. Правда, Дэна жахнули с апартаментов раньше. Дэн надо было максимально аккуратно сыграть. Я думаю, лучше даже было бы уйти на КТМ. Извините, ту позицию. У тебя тип как-никак все равно жмет уже апартаменты. И как бы с апартаментов он выйдет и халпанет тебе. Так, а, ну этот... Опять два ситуация превращается в взятый раунд для террористов. Так, где он уже доиграл? Посмотри, как там он играет. Первый пошел, второй тоже пошел. Неплохо. На месте, наверное, я поменял позицию, то что ты стоишь в одной и той же позиции, где ты уже убил двух типов. Как бы следующие типы, которые на тебя будут выходить, они уже просто будут на тебя выходить сразу с прицелом на твою голову. Отлично. Ну все, по лосту особо вроде инфы нету, но 5 в 1, я думаю, уже не сольют. 2 в 5, конечно, слили, но... Так, пошли кушать. Демоны. Сейчас один идет пиздера, второй идет, все. Замечательно.